что действительно произошло в этом доме. Вопросов все больше. Вашингтон еще не решил, публиковать ли посмертную фотографию Бен Ладена. Одна из двух пуль попала ему в лоб, прямо над левым глазом. Снимок однозначно отвратительный. Абботабад в Пакистане – тихий городок. Там все друг друга знают. Возможно ли, что никто действительно не догадывался о том, что за высокими заборами скрывался террорист номер один? И еще один вопрос волнует всех. Если Бен Ладен был безоружен, надо ли было его убивать на месте? Мы хотели его по возможности взять живым, но сопротивление было упорным. Перестрелка была очень интенсивной. Журналисты требуют подробностей. Официальный представитель Белого дома уходит от ответа. Мол, чтобы оказать сопротивление, не обязательно ведь держать в руках оружие. А это, извините, как понимать? Популярности президента США Барака Обамы это не вредит. Операцию в Пакистане американцы расценивают как успех. 56 миллионов видело по телевидению выступление, в котором он объявил об уничтожении Бен Ладена. С тех пор рейтинг Барака Обамы только растет. 58% американцев считают его сильным, решительным лидером.